приветствие всем зрителям телеканала «Донбасс». В эфире прогноз погоды. И о синоптических предсказаниях на пятницу, 23 июня, расскажу вам я, Олеся Вайнер. В следующие 24 часа на территории Украины ожидаются местами ясный, местами облачный и дождливый день. Осадки возможны на западе, в северных и центральных областях. Максимальная дневная температура воздуха плюс 30 градусов. А теперь подробнее о погоде по регионам. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 12 до 30 градусов тепла. В регионе будет наблюдаться переменная облачность. Дожди пройдут в вечерние часы в Полтаве и Черкасах. На юге страны термометры в течение суток покажут от 15 до 28 градусов со знаком «плюс». В Херсоне, Одессе и Симферополе день выдастся ясным. Дожди здесь не прогнозируются. Ежегодно 23 июня свой профессиональный праздник отмечают украинские госслужащие. Мы поздравляем всех, кто работает в этой сфере и проявляет свой высокий профессионализм, честность и ответственность на благо нашей страны. Удачи и великих свершений! В Западной Украине температурные показатели в течение суток будут колебаться в пределах 13 до 28 градусов выше нуля. С самого утра небо в Ровно, Ивано-Франковске и Львове затянется облаками, которые к полудню принесут с собой дожди и грозы. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 12 градусов, а максимальная дневная достигнет 28 градусов тепла. В первой половине дня в регионе будет преобладать переменная облачность. После полудня небо над Черниговом, Сумами и Житомиром затянут густые облака. Здесь пройдут дожди местами с грозами. На востоке дождевые тучи заглянут лишь в Харьковскую область в вечерние часы. На остальной территории региона предвещается погожий день. В течение суток местные термометры покажут от 11 до 30 градусов выше нуля. Атмосферное давление в этот день составит 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха местами достигнет 80%, а максимальная скорость ветра – 10 метров в секунду. Далее подробно о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 13-14 градусов выше нуля. А днем прогнозируется от 27 до 30 градусов тепла. В Северодонецке, Луганске и Алчевске на протяжении всего дня предвещается небольшая облачность без осадков. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 11 до 17 градусов со знаком «плюс». В полуденные часы они будут колебаться в пределах 25-30 градусов выше нуля. Жители этой области также смогут наблюдать переменную облачность. Осадки исключены. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 13-14 градусов тепла, а в дневное время 27-30 градусов также со знаком «плюс». В Днепре и Павлограде легкие облака будут присутствовать и ночью, и в светлое время суток. А вот в Крымроге ясно с ночи и до позднего вечера. Дождей в области не прогнозируется. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 12-28 градусов тепла, ночью и утром на столичном небосводе предвещается легкая облачность с прояснениями. После обеда и вечернее время киевлян и гостей города ожидает дождь и гроза. Такую погоду обещают нам метеорологи в пятницу 23 июня. Радуйтесь каждому дню, несмотря на капризы природы. До встречи в нашей студии!